этом видеоролике показывается, как перезагрузить мотор Rollstaven Velux с питанием от солнечной энергии или от электросети и определить их крайнее положение. Эта процедура важна не только для корректной работы Rollstaven, но и в тех случаях, если отсутствует контакт между рольставнями и пультом управления. Перезагрузка Rollstaven Velux на солнечной энергии и определение крайних положений. На более старых моделях Rollstaven в этом месте находится винт, который нужно выкрутить. Закройте солнечную панель. Переведите выключатель мотора Rollstaven в положение «Выключен» и подождите одну минуту. Переведите выключатель снова в положение «Включено». Нажмите последовательно кнопки «Стоп» и «Вниз». Кнопки «Стоп» и «Вниз» на других пультах дистанционного управления Velux. Откройте солнечную панель. Полотно Rollstaven начнет двигаться сначала вверх, а затем вниз, зафиксировав таким образом свои правильные крайние положения. Перезагрузка электрических Rollstaven Velux и определение крайних положений. Отключите подачу электропитания на рольставни и подождите одну минуту. Восстановите подачу электропитания. Затем нажмите последовательно кнопки «Стоп» и «Вниз» на пульте управления. Кнопки «Стоп» и «Вниз» на других пультах дистанционного управления Velux. Полотно Rollstaven начнет двигаться сначала вверх, а затем вниз, зафиксировав таким образом свои правильные крайние положения.